Здравствуйте, ребят. Как и обещал, у нас подошел предварительный усилитель, а также мощник от фирмы Technics. Модель у нас, значит, пред, ребята, от фирмы Technics, СУ модель C800 с буковкой U, а также мощник SEA 800S. Я на видео вам уже показал, в принципе, и покрутил и низкие частоты, и высокие частоты, чтобы было понятно, как работает темброблок. Мы послушали, у нас была композиция Майкл Джексон. Сейчас мы послушаем другой диск, совсем другой как бы жанр, чтобы было понимание примерно, как звучит усилитель. Ну, на данный момент были подключены акустическая система, закрытый ящик от фирмы Coral. Модель DX3/2, ребят. Стоечка вот почти собрана. Это у нас кассетная дека от фирмы Technics RSBX601. Также CD-проигрыватель, который у нас был источником на данный момент. SLPG570 с литерой А. Ну, а также как бы представленные как раз непосредственно на этом видео. 800-я серия Technics, пред и мощник. Ребят, давайте я сейчас включу другой диск. Это у нас, ребят, уже 90-е года. 90-е года. Полностью работоспособные аппаратики. В очень хорошем состоянии. Поэтому, кто хочет целую стоечку, можете обращаться. Кто хочет по отдельности, ради бога. Давайте послушаем другую совсем композицию и другой жанр. Наверное, запись будет другая. Я чуть-чуть, наверное, подкорректирую громкость. Thank you.
Вот, ребята, приехали аппаратики только вот буквально на днях, поэтому они, ну, начало там 90-х годов, они полностью работоспособные аппараты, поэтому они проверены мастером, в них все прекрасно, все хорошо, полностью работоспособны, ничего не шуршит, не хрипит. Все показатели по конденсаторам, по транзисторам, резисторам, все, ребята, в норме. Поэтому рекомендую к приобретению. Кому интересно, стоечка есть в наличии, кассетная дека от фирмы Technic, CD-проигрыватель. Также пред, ребята, и мощник. Мощник можно использовать отдельно с любыми другими предами. Также можно пред использовать с любыми другими мощниками, ребята. Поэтому, кому интересно такое предложение, обращайтесь. Будет, как бы, вот стоечка, ребят, стоечку вот вообще будет идеальная. Она и по цвету, и по годам выпуска, это все примерно плюс-минус как раз подходит. Вот такое видео. Не хочу вас загружать в выходные дни болтовней. Мы послушали разные композиции. У нас сегодня аккомпанировали, можно так сказать, на акустической системе фирмы Coral, ребята. Закрытый ящик, это DX3-2. Аппаратура была у нас, вся остальная от фирмы Technic. Всем большое спасибо за просмотр, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будет много чего нового и интересного. Всем удачи, до новых встреч. До свидания.